Мир вам! Рабочий метод. Продолжение. А продолжаем мы сегодня штрафу, которую начали в бетоне для лета. Также бунтовать я начал и хочу немножко поделиться, хотя многие наверняка знают, но все-таки грунт используют на Оске. Вот сиреневый он для первичной грунтовки. Там есть еще другие варианты. Белые для завершающих грунтовок. Очень понравился. Очень понравилась работа. Очень видно, наверное, даже отсюда, насколько хорошо он грунтует поверхность. Вот сегодня надо будет все грунтовочные работы постараться закончить. И должны. Смотрим.
вечер 22-го рабочего дня. Сделали откос, выпрямили его. Он более кривой был. Осталось вытянуть его только по маячкам. Также сегодня прошпаклевали швы шитроком. В понедельник будем клеить. Решили более полноценно подойти к подготовке под стеклохолст. Также вот эта стена у нас заплясала, заиграла, закричала. Пришлось отбить и будем заново штукатурить. Также установили панели светодиодные. Они вот тоже сохнут. Загрунтовали, подготовили полностью к оклейке стеклохолстом. Тоже будем клеить. Что еще сделали? А? Ну все, друзья, увидимся в понедельник.